Ребята, всем привет! Вы на канале Тима Плей. И сегодня мы с вами, как вы видите, продолжим играть в нашу игру Майнкрафт. Как я вам и обещал, выйдет серия про Майнкрафт, где мы достроим с вами наш паркур. Но, ребята, давайте, я так решил, что с вами это будет не паркур, а арена, где будут сражаться. Сейчас я этих... Я понял. Господи. Ага. Теперь, ребята, у нас вода там. Так, сейчас, ребята, я возьму стекло. Очень отлично на сегодня, видите, начинается. Все нормально? Аксолотики. Я понял. Так, у нас теперь там экселоты, ребята. Так, ребята, давайте заходим в нашу арену. Так, сейчас мы с вами сделаем тут стену, чтоб никто не сражался, когда мы их заспауним. Так, а первое сражение, ребята, у нас будет голем против три голема против где-то 20 снеговиков. Так, три голема. Яйцо Гаста. Так, ребята, мы будем искать долго, потому что давайте лучше воспользуемся с вами легким способом, просто найдем это все. Так, напишем. Так, вот. Так, нам нужны железные блоки. И тыква. Я на компьютере не совсем умею писать. Вот. Так, теперь нам нужен снег. Снег точно не тут. Снег. Так вот. Так, вот тут у нас будут снеговики. Спавним. Много надо, чтоб наши големи проиграли. Так, вот столько снеговиков против големов. Давайте спауним их. Мой любимый процесс. О. Так, снеговики, давайте выходим. Так. И големы. Три голема. Вроде, ребята, помню, они сражаются с друг другом. Так, ребята. Сейчас ночь, давайте осветим нашу всю территорию. Так. Фа. О, давайте вот такой вот. Из ада. О, да. Классно. Давайте освещаем нам наш... стадион Динамо. Кто знает, ставьте лайки, что такой стадион есть. Стадион. Я не могу это выговорить. А может, я и правильно говорю, я просто не знаю. Так, спауним наших големов. Не понял. Чего вы не сражаетесь? Ребята, а чё они не сражаются? Ребята, ну уж простите уже. Ладно, ребята, давайте мы их всех убьем, и лучше у нас это все-таки, да, паркур будет. Так, это мы убиваем.
всех. Ого, какой назритовый меч сильный. Снеговиков с одного удара. Давай, гасим, гасим их. Так, давай. Минус один голем. Так, этих тоже добиваем. Малых с тыквой на голове. Ребята, давайте себе на голову тыкву оденем. Да, это возможно. Ребята. О, все, мы теперь в тыкве. Ой, как плохо видно. Ладно, зато буду големов пугать. Не, ребята, реально не видно. Ха. Так, это нам тоже надо добить. Этого тоже. Давай гасим его. Все. Так, ребята, разрушаем эту всю фигню. Теперь у нас снег будет. Так, ребята, что нам построить? Давайте построим уже сложный уровень. Так, ребята. Вот тут будет. Вот так вот. И не знаю, ребята, что еще придумать. Но мы что-то с вами придумаем. Сейчас я что-то строю. О, пришло, ребята, только что в голову. Так, тут мы не пройдем уже. Так, это мне не надо. Так, поднимаемся. Ставим, ребята, блоки с вами. Железные. Занимают это 100 лет и 100 зим. Так, теперь нам нужна решетка или стекло. Давайте лучше стекло. Так, стекло. А где стекло? А, вот. Так, давайте возьмем желтенькое. Я понял. Стекло издевается надо мной. Это мне не надо. Так, а тут уже начинает вот так вот скривливаться, ребята. Вот, вот такое вот на стекло будет сложное. Уровень сложный. И, ребята, еще тут нельзя будет упасть. Смотрите. Тут будет, давайте, слизь, ой, мед, не знаю, как это назвать, забыл, давно Майнкрафт не играл, забыл уже. Так, тут мы наливаем с вами рыбу фугу, я потерял ведро. Так, нет, не так, не так наливаем. Ладно, вот так вот. Так, тут у нас рыба-фуга. Давайте заливаем. Тут везде было. Рыба-фуга наша. Куча садим. Чтоб все подохли. Все, думаю, столько хватит. Так, это нам не надо. А тут лава. Так, лава у нас здесь, вроде. Лава тут. Так, заливаем. Тихо. Тут и факела даже не, факела не нужны даже. Блин. Эй, тишина.
Так, давай. Ой, ребята, снег просто тает. Офигеть. Так, это мне вот здесь вот не надо вот. Так, это ломаем мы, ребята. Так, давайте. Заливаем лаву нашу. Так, везде, чтобы равномерно было, наверное, это так говорится. Вот тут вот. Давай, растекайся. Это мне не надо. Давайте, запускаем, ребята, нашу лаву. Опа, воп-оп. Так, ну думаю, нормально, ребята. Так, а тут, ребята, будет у нас другой путь. Так, тут из голубого стекла будем делать моего любимого цвета. А, ребята, кстати, я вспомнил. У вас же есть... Под роликом вот такая уже вот такая вот голубого вот такого вот белого цвета и голубого цвета. Спускайтесь под ролик, нажмите на эту кнопочку, найдите ее и нажмите на нее обязательно. Она называется лайк. Так. Вот так вот делаем. Вот так вот, тут два блока. Один сюда. Два туда. Один. Один. Туда. Ну и все. Так, ребята. Тут мы ставим что? Давайте бетон. Цемент. Не знаю, как это назвать. Так, дальше. Нет, давайте лучше не так. Вот здесь вот синий цемент. О, как красиво. А вот тут вот желтый. Хорошо. Так, ребята. Тут можно посложнее способ переходить. А там будет полегче. Блин. Так. Угу. Так, доходим. Вот тут вот, думаю, чекпоинт. Вот тут можно отдохнуть. Так. Нет! Я сжёг. Блин. Так. Тут у нас... будет рельсы. Так, это мне тоже надо. Так, редстоун мне тоже надо. И вагонетка. Так, поехали. Чё она не работает, не понял. Я понял. Я не те рельсы взял. Отлично. Так. Угу. Тут уже пойдут обычные рельсы. Я запутался уже.
Так, вот тут чекпоинт. Оп. Ставим рельсы. И для вагонетки стоп. Так, сейчас протестим. Деточка моя, а меня забыли? Так, погнали. Отлично. Угу. Так, теперь что нам тут сделать? Теперь давайте, ребята, сделаем лавовый лабиринт. Лабиринты я не совсем умею делать. Так, вот тут вот. Так вот. Только здесь правильный проход. Угу. Эй! Я стекло сломал. Какое тут голубое, да? Сейчас мы быстренько восстановим. Угу. Так. Сюда сворачиваем. Так, вот так вот. Тут тупик. Вот так вот я обман сделал. Так, ну а тут выход. Так, и вот так вот спрячем его, чтобы никто не видел. Оп. И все. Так. Тут я еще хотела сделать тупик. Ребята. Все, теперь заливаем лаву. А как нам это сделать? Блин, запутался, ребята. Так, я понял. Это нам вот так вот можно сделать. Так, тут, чтобы она не рассекалась, сделаем. Так, давай, заливаем. Тут, ладно, ребята, будем уже ставить разные блоки, чтобы красочное уже получилось. А меня теперь зажали. На улицу заходим. Так, ребята, тестим. Это сложное. Уровень у нас будет. А синий легкий. Так, заливаем. Забыл тут. Все. Так, ребята. Так, это чтобы она не растекалась, напоминаю. Заливаем. Блин, ребята, не получилось у нас почему-то. Лавовый лабиринт. Блин. Ребята, ну ладно, тогда давайте
в следующей серии мы с вами это все восстановим. Вы были на канале Тима Плей. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы были новые видео. Пишите комментарии. И всем пока.